Один из самых быстрых и естественных способов нахождения гауссовой суммы – это вычисление с использованием рядов Фурье. Вообще, ряды Фурье очень интересны и сами по себе. Если вы, скажем, физику скажете, что они вам нужны для гауссовой суммы, то он, скорее всего, очень удивится, потому что физику они нужны для решения уравнения теплопроводности и очень-очень много для каких-то других целей, а теория чисел при этом меньше всего там интересна. Ряды Фурье – это один из важнейших инструментов математического анализа. Давайте сначала немножко пофилософствуем. Если у нас есть отрезок от минус π до π, это просто для того, чтобы удобнее было писать синусы и косинусы, в принципе, конечно, можно было рассматривать любой другой отрезок на вещественной оси. Так вот, если у нас есть отрезок, и нас, например, интересуют вещественно значимые функции, ну, какие-нибудь не слишком плохие, например, непрерывные, то их можно приближать разными системами функций. Можно придумывать какой-нибудь многочлен, который хорошо приблизит эту функцию f. Можно искать так называемый тригонометрический многочлен, выражение от синусов и косинусов. Вот, да, еще что такое приблизить? Одна из естественных постановок задачи такая. В каждой точке достаточно близко. То есть расстоянием между двумя функциями мы считаем верхнюю грань разности этих функций. Другой вариант – взять интеграл от модуля разности. Вполне естественный тоже вариант. Так называемое пространство L1. В принципе, можно возвести в какую-нибудь степень, скажем, в квадрат. Интеграл от квадрата разности функции f и той, которую мы приближаем. Вот оказывается, что самые естественные и понятные формулы возникают именно в такой постановке задачи. Когда многочлены приближаем, там тоже много интересного, так называемый Чебышевский альтернанс, там замечательная тоже теория. То есть то, что сейчас я рассказываю, конечно, всего лишь один из кусочков математического анализа, но один из самых важных. Так вот, ряды Фурье мы получаем, когда ставим такую задачу. Найти числа а нулевое, а первое и так далее, а n-ное, b первое и так далее, b n-ное, чтобы был как можно меньше интеграл от минус π до π квадрата разности. Вы, наверное, удивитесь, что там написано а нулевое пополам. Ну, вообще-то, любое вещественное число можно записать как половинку от какого-то другого вещественного числа. Вот. А пишут это по традиции для того, чтобы формулы для всех ашек выглядело бы единообразно. У нас совсем скоро они появятся, вы увидите, что это в некотором смысле удобно. Хотя, разумеется, можно было там эту половинку и не писать, просто чуть-чуть по-другому у нас выглядело бы замечательно. Давайте искать. Это удивительно простая геометрическая задача. Смотрите, почему. Функции 1, косинус, косинус 2х и так далее, косинус nx, синус, синус 2х, синус nx являются перпендикулярными друг дружке. Перпендикулярными вот в каком смысле? Давайте скалярным произведением назовем интеграл от минус π до π произведения интересующих нас двух функций f от x, g от x, dx. Да? Это скалярное произведение функций f и g. А, соответственно, расстоянием между двумя функциями назовем квадратный корень из интеграла от минус π до π, f от x минус g от x, все это все в квадрате, dx. Интеграл от квадрата разности, и надо еще корень извлечь, это и будет расстояние. Так вот, это
пространство со скалярным произведением. Там есть понятие угол между функциями. Ну и, естественно, в первую очередь нас будет интересовать, когда этот угол прямой, то есть ортогональные функции. И вот эти вот функции, единица, косинус и так далее, синус, это система попарно-перпендикулярных функций. Мы это сейчас докажем. А сначала очень простая, на самом деле даже очевидная геометрическая лемма, теорема Пифагора. Если в некотором векторном пространстве над полем вещественных чисел есть ортонормированная система векторов E1 и так далее, ERT, это вовсе не обязательно базис. Представлять себе надо, например, в трехмерном пространстве два вектора, E1 и E2. Ортонормированная, это значит, они перпендикулярны, то есть скалярное произведение любых двух из них равно нулю, а скалярный квадрат любого из них равен единице. Нормированная, значит, квадрат равен единице, орта, значит, перпендикулярно. Так вот, если есть любая ортонормированная система векторов и любой вектор, то в таком случае, если мы спроецируем этот вектор V на каждый из E1 и так далее, ERT, то есть получится некоторая проекция, скалярное произведение V и EK2. Умножим это скалярное произведение на соответствующие ЕКАТы. Скалярное произведение векторов, я пишу так, один вектор создает такой. Это один из удобных способов обозначения скалярного произведения, чтобы не путаться, где вектор, а где число. Так вот, оказывается, что вот этот вот вектор U, разница между V и такой суммой, перпендикулярен всем векторам E1 и так далее. Интересно, почему я здесь написал K? Перпендикулярен всем вот этим векторам, и при этом для любых чисел x1 и так далее xr квадрат расстояния от вектора v до такого вектора, а смотрите, поскольку здесь v, то фактически речь идет о расстоянии от вектора v до любого вектора, порожденного вот в таком векторном пространстве, порожденном e1 и так далее. Этот квадрат расстояния считается так. Надо взять u в квадрате, квадрат этого вектора, и прибавить сумму вот таких квадратов. Так, здесь еще одна описка. Почему-то двойка залезла внутрь, хотя, разумеется, она... Здесь места не хватало. Вот двойка, она за... Получится внутрь. Так, давайте докажем это. Вообще-то это очень легко. Достаточно, смотрите, что сделать, вот сюда вот это перенести, и сюда вместо V подставить U плюс вот это, что у нас тогда будет здесь. У нас здесь будет U вектор, да, плюс сумма V EKT, минус xkt умножить на ekt. И нас будет интересовать скалярный квадрат вот такого выражения. Но смотрите, у нас же вектор u перпендикулярен всем. Я не стал это доказывать, вообще-то это очевидно. Когда вы берете какую-нибудь ешку ekt, умножаете на u, то вот здесь получается v EKT, здесь почти везде получаются нули, кроме одного места, когда здесь было именно EKT. Оно в квадрате даст единицу, и значит будет ноль. Замечательно. Вот когда вы будете возводить в квадрат, то вектор U перпендикулярен всем им, и они перпендикулярны между собой. И просто теорема Пифагора. Сумма квадратов, катетов, ну, у нас, конечно, много, не два, как в школе, когда рисуют прямоугольные треугольники. Но это все равно в точности она, это самая теорема Пифагора. Теперь что мы сделаем? Мы должны проверить, собственно, вот эти вот единицы, давайте посмотрим, интеграл от единицы в квадрате. Это что такое? По отрезку от минус пи до пи. Это, конечно, 2π. Так,
давайте я все-таки аккуратно напишу. Интеграл от минус пи до пи косинус в квадрате nx. Смотрите, функция косинус является периодической. Функция синус тоже является периодической. И при этом есть совершенно замечательное равенство в тригонометрии, что синус пи пополам минус x – это косинус x. Поэтому вот такой интеграл – это то же самое, что интеграл от минус пи до пи синус в квадрате nx, ну, разумеется, dx. Это не забывайте. Почему это замечательно? Потому что если мы сложим эти два, то там получается косинус в квадрате плюс синус в квадрате, то есть единица. И значит, каждый из этих интегралов – это пи. Просто потому что отрезок от минус пи до пи. Если вам почему-то не нравится такое вот вычисление устное, можете сделать попросту, ведь косинус квадрат вычисляется через косинус удвоенного угла, а там дальше уже стандартная формула интегрирования. Хорошо, теперь давайте посчитаем еще интеграл от минус пи до пи косинус nx косинус mx. Здесь n не равно m. Но это несложно. Дело в том, что произведение косинусов – это, как известно, у нас косинус n минус mx минус косинус n плюс mx пополам dx. И дальше мы просто говорим, что первообразное для косинуса – это синус, а при этом функция периодическая. И поэтому интеграл обязательно равен нулю. Ну, собственно, еще два вычисления такие же. Если вы берете косинус nx синус mx, и если вы берете синус nx синус mx, опять повторяю, n не равно m. Что у нас будет здесь? Здесь, конечно, нужно взять синус суммы m плюс nx и прибавить к этому синус разности. Синус m плюс nx – это синус mx косинус nx плюс косинус mx синус nx. Вот. А здесь у нас будет синус mx косинус nx минус синус nx на косинус nx. Вот, это ноль. Опять потому, что функции периодические. Это ноль. Ну и здесь практически так же, как вот здесь, только в одном месте надо будет написать минус, а не плюс. Ладно, уж я напишу. Вот, это у нас все минус. Значит, ортогональная система. Ортогональная система. Эти функции перпендикулярны друг другу. Правда, она не является ортонормированной. Поэтому для того, чтобы понять, чему же равны числа а нулевое, а первое и так далее, n, b нулевое и так далее, bn, смотрите, что мы должны сделать. Мы должны сначала перейти к ортонормированной системе. Для этого, потому что мы знаем, что вот здесь вот у нас π, нужно
разделить каждую из тех функций на корень из пи. Это не сложно. И синусы тоже. Везде делим на корень из пи. Дальше что делать? Дальше мы должны на эти функции, да, разумеется, с единицы тоже, да, у единицы здесь надо даже делить не на корень из пи, а на корень из двух пи. Так вот, теперь мы должны, для того, чтобы вычислять коэффициенты, вот как мы там Ленин делали, рассмотреть скалярные произведения. То есть берем нашу функцию f от x, умножаем ее, например, на косинус nx делить на корень из пи, и это будет искомый коэффициент. Но искомый коэффициент не при косинусе, а при вот этой функции. Ну, в общем, получается, что корень из пи встречается два раза. И мы можем написать формулу. Для самых лучших чисел А0, А1 и так далее, Н, Б1 и так далее, Бн. Очень просто эти формулы выглядят. Еще раз посмотрите, что в качестве вот этих вот функций Е мы берем такие. Берем такие вот функции. Итак, разделив единицу на корень из 2π, а все остальные функции, косинус и синус, разделив на корень из π, мы перешли к ортонормированной системе. Значит, если вот про такие функции говорить, то коэффициент, помните, там лемма была, вычисляется очень просто. Надо взять интеграл от минус π до π, f от x умножить на вот такую функцию dx. И мы получаем формулы для тех самых h-шек и b-шек. Вот смотрите, скажем, как найти а нулевое. У нас есть вот такое число, 1 разделить на корень из 2π, да? Мы его умножаем на f от x, интегрируем. И с таким коэффициентом берем 1 разделить на корень из 2π. То есть на самом деле у нас фактически корень из 2π возводится в квадрат. Знаменаки получается единица, деленная на 2π. Вот двойка здесь уже предусмотрительно написана. А π написано вот здесь. Причем оно для всех, не только для а нулевого, а для всех а нулевого, а первого и так далее, а иная годится. Почему? А потому что там будет та же самая история, только не с двумя π, а с π. Вот они формулы. Понятные, хорошие. И видно, что двойка здесь была написана только для того, чтобы вот эта формула единообразно выглядела. Можно было бы в качестве k брать любое отрицательное число. А вот здесь, во второй строчке, в качестве k можно взять любое натуральное число. Теперь важная штука. Мы уже доказали неравенство Бесселя. Почему? А вот та самая лемма, помните, когда мы берем векторы, ортонормированную систему, то приблизить любой другой вектор v можно там только с такой-то точностью. Вот. Почему у нас здесь возникает пи, а здесь возникает деление на 2, по-моему, понятно. Потому что если вы берете, например, синус kx, то тогда интеграл от квадрата этого синуса по отрезку от минус пи до пи – это пи. И вот он здесь вот у нас вылезся. То же самое с косинусом. А если вы берете константу, то там, смотрите как, мы берем а нулевое пополам, возводим в квадрат, получаем а нулевое в квадрате разделить на 4. И умножаем на длину всего отрезка, то есть на 2π. Вот когда вы разделили на 4 и умножили на 2π, то это то же самое, что умножить на π и разделить на 2. Замечательно. А вот дальше очень важное равенство максимальное. Оказывается, если идти до бесконечности, то для любой функции f, которая измерима по Лебегу, и квадрат, который интегрируем на отрезке от минус π до π, выполнено вот это самое равенство Парсеваля.
Я его сейчас не хочу доказывать, потому что это немножко глупо на сторону. Смотрите, чтобы его доказать, на самом деле нужно доказать, что сколько угодно точно можно функцию приблизить. Ну, если всерьез говорить о функциях, квадрат которых интегрирован по Лебегу, то надо тогда чуть-чуть все-таки знать, ну, совсем стандартную информацию, то, что всегда учат про интегралы Лебега, надо знать, как там любую интегрированную по Лебегу функцию, там, сколь угодно точно, можно приблизить. Вот. Но, смотрите, поскольку нас все это интересует для получения результатов теории чисел, то мы будем использовать не любые функции, а только функции довольно хорошие. То есть, скажем так, у них будет конечное число точек, обычно вообще одна, в которых они терпят разрыв и вообще не будут во всех остальных точках дифференцируемы, да и там, где разрыв, там у нас будет производная слева, производная справа. И для таких функций я все докажу без всяких рассуждений об интегралах Лебега. И докажу вот прямо сегодня. Поэтому разница просимиля для нужных нам функций мы докажем. Ну, а в общем случае, пожалуйста, проще всего прочитать книжку Колмогорова «Фомина». Там это хорошо объяснено, ну и в общем, или любой университетский учебник по графике. Фактически главной теоремой, которая там нужна, является такая, иногда это называют теорема Вейерштрасса, о том, что любую функцию можно приблизить тригонометрическим многочленам, сколь неверную функцию. На тесте можно приблизить сколь угодно точно. И ну, иногда, правда, член то же самое рассказывает. Есть несколько разных доказательств, вполне несложных этой теоремы. Но, повторяю, нас бы это сейчас чуть-чуть увело в сторону. К тому же, в принципе, даже рассуждая о рядах Фурье, можно получить доказательства, а именно у нас увидите, у нас будет так называемый интеграл Дирихле, и при помощи него довольно несложно доказать теорему Фейгера. Давайте я даже сейчас сформулирую. Если вы для каждого целого неотрицательного n рассмотрите вот такое вот выражение, ну, то есть сначала константа, потом вот эта вот константа и синус косинус, потом константа синус х, косинус х, синус 2х, косинус 2х и так далее. И обозначите эти выражения таким образом. F нулевое, F первое и так далее. Fn. И дальше сделайте такую штуку. Сложите и возьмете среднеарифметическое. Оказывается, если функция f была непрерывна и периодична с периодом 2π, то есть значения на концах отрезка совпадали, то равномерно, вот по отрезку от минус π до π, эта сумма сходится к f. Понятно, что этого достаточно для доказательства равенства Парсеваля. И если вам дадут какую-нибудь функцию, у которой значения на концах разные, то вы можете сделать очень просто. Чуть-чуть изменить на конце значения. От этого интеграл от квадрата разности можно маленький, изменить его на очень маленький. И вот применить такое приближение. Давайте, я слишком забежал вперед. Давайте сейчас докажем равенство Дирихле для вот этой вот
нашей суммы. То есть смотрите, что я сейчас сделаю. У меня есть коэффициенты. Я выпишу выражение, а нулевое пополам, плюс а первое косинус х и так далее, плюс а n косинус х, плюс b первое синус х и так далее, плюс bn синус х. Ну, то есть, что я должен сделать? Вот это вот, каждый из них я должен умножить на косинус, соответствующий косинус kx, это умножить вот целиком выражение на синус kx, сложить и посмотреть, насколько это будет отличаться от функции f. Обозначим fn от x сумму а нулевое пополам плюс а первое косинус x и так далее, плюс а n косинус nx, плюс b первый синус, и так далее, плюс bn синус nx. У нас есть формулы для h и b, поэтому надо просто, ну, чтобы x будет написано тоже x, интеграл, давайте здесь вместо x напишем t, умножим, соответственно, вот это на косинус kx, после того, как вместо x здесь видим, t, это умножим на синус kx. Мы получаем выражение, вот такое. Одна пита у нас здесь была, вот, значит, функция f от t теперь пишем. Одна вторая, это потому что там у нас было а нулевое пополам. Дальше вот такая вот у нас сумма. Да, здесь очень важно понимать, что сумма берется вот от этого, да? Потом к ней еще прибавляем одну вторую, умножаем на f от t и выглядит страшновато, а? Но в тригонометрии есть формула, что вот это вот оказывается косинус kx, косинус kt, то есть синус kx, синус kt, это просто косинус kt минус kx. Стало уже намного лучше. А если мы вспомним еще одну тригонометрическую формулу, половинка плюс косинус альфа и так далее плюс косинус n альфа, это синус 2n плюс 1 пополам альфа разделить на 2 синус альфа пополам, то тогда вот это выражение можно будет записать совсем просто. Ну, я это, конечно, сделаю, но сначала давайте объясню, как доказать вот это равенство. Ну, один из способов просто написать известные тригонометрические формулы и все сложить. Тогда у нас замечательным образом здесь получится. Все остальное уничтожается, останется синус 2n плюс 1 пополам альфа. Почему-то я здесь альфа буду писать. Вот. А здесь будет с коэффициентом 2 синус альфа пополам та самая сумма, 1 вторая косинус альфа и так далее, косинус n альфа. Если уж до такой степени вы не любите тригонометрию, что вот эти формулы кажутся вам слишком длинными, то есть картинка. Рисуем равноветренный треугольник с углом альфа при вершине и основанием длины 1. И после этого пристраиваем следующий к нему, то есть поворачиваем на угол альфа, еще поворачиваем на угол альфа и так далее. Тогда, разумеется, все эти вершины будут лежать на окружности с центром вершины первого нашего треугольника. И смотрите теперь, что будет. Когда у нас был треугольник в трезе, был угол альфа, то, соответственно, это был угол 90 градусов минус половинка альфа. Пририсовали такой же, здесь возник угол альфа. И опять здесь возник тоже альфа, опять альфа и так далее. И, соответственно, когда вы пойдете вот от этой точки вправо, то вот эта вот сумма, это как раз и будет абсцисс вот этой точки, ну, минус 1 вторая, то есть надо отсчитывать. Замечательно. Теперь, почему эта формула очевидна? Потому что если здесь альфа пополам, половина была, да, то здесь 1 вторая, да, то радиус это 1 вторая, деленная на синус альфа пополам. Ну вот как раз он здесь и есть у нас. 1 вторая делить на синус альфа пополам. Это радиус. То есть боковая сторона нашего равнобедренного треугольника. А вот этот вот угол, он вот здесь. То
потому что мы к альфа пополам несколько раз прикладываем альфа. Альфа пополам плюс n альфа. И, соответственно, вот это вот расстояние, это как раз есть радиус, умноженный на синус v плюс 1 пополам умноженный на альфа. Ну, так или иначе, формула верна. И поэтому у нас есть красивое выражение для fn от x. Так вот, мы воспользовались верхней формулой правой доски, записали fn как интеграл, только вместо вот той вот суммы написали более понятное выражение синус 2 плюс 1 пополам. Минус x разделить на 2 синус минус x пополам. А теперь смотрите, мы можем считать, что функция f определена на всей вещественной прямой, просто периодически приложив отрезок длины 2π много раз. Возможно, проблема в точке π, ну, и в точке минус π, да, но в одной точке вы можете как угодно менять значение функции, от этого интеграл не меняется. Поэтому давайте считать, так проще будем писать эту формулу, что функция f периодическая, повторяю, с возможными проблемами вот в точках π и минус π, но одна точка не так уж и важна для интеграла. И сделаем замену переменной. T минус x обозначим буквой y. Тогда формула приобретает вот такой вид. F от x плюс y синус 2 плюс 1 пополам y разделить на синус y пополам dy. И здесь нужна несложная, но очень важная в этот момент лемма. Если функции фи интегрируем по Лебегу на отрезке, ну, смотрите, у нас еще, если не углубляться в то, что такое интеграл, то просто считайте ее какой-нибудь хорошей, скажем, пусть она будет, не знаю, там, непрерывно дифференцируема, там, лучше два раза. В общем, это не так важно, потому что любую интегрируемую функцию сколь угодно точно можно приблизить и гладкой функции. Так вот, в таком случае, когда вы ее умножаете на синус rx, интегрируете и f устремляете к бесконечности, то предел будет равен нулю. Почему нам эта лемма здесь нужна? Это очень похожая вещь. Смотрите, в качестве r у нас будет выступать число 2 и 2 плюс 1 пополам. Мы сейчас, конечно, докажем эту лемму. Это очень легко. И после этого мы сумеем доказать, что при некоторых условиях на функцию f, ну, которые во всех нужных нам случаях будут выполнены, очень, естественно, несложные условия. Так вот, при некоторых условиях на функцию f оказывается функция f равна пределу чисел fn от x. То есть в каждой точке у нас происходит сходимости. Это сразу даст нам, просто мы в качестве функции f будем брать разные несложные функции, много примеров и самых замечательных. И ряд Лейбница получится, и сумма обратных квадратов, и сумма обратных четвертых степеней, и выражение вида единицы делить на куб нечетного числа, где нечетное число, дающее остаток 1 с плюсом, а нечетное число, дающее остаток 3 при делении 4 с минусом, и так далее, и так далее. Сразу получится много красивых тождеств, ну и в том числе получится явная формула для суммы Гаусса. Доказательство леммы на левой доске. Смотрите, будем считать, что функция φ непрерывно дифференцируема, потому что любую
интегрируемую функцию можно сколь угодно точно приблизить такой. И применим формулу интегрирования по частям. Смотрите, фи от x d косинус rx разделить на минус r. Если по частям считать, то получается минус 1 rt. Это важно, потому что r стремится к бесконечности. Соответственно, 1 rt стремится к нулю. Умножить на не такое уж и большое выражение. Конечно, величина ограниченная, потому что косинус не больше единицы. И здесь то же самое. Если непрерывно дифференцируемо, то фи-штрих не бывает бесконечно большим. Косинус не больше единицы, интеграл по отрезку конечной длины. В общем, все прекрасно. А левому мы это доказали. Теперь буквально чуть-чуть осталось до вычисления разности между f от x и fn от x. Тут ведь смотрите, что важно. Если в качестве функции f подставляете единицу, то сразу же ряд Фурье будет состоять из единственного слагаемого, все остальные будут нулевые. Здесь у нас с вами будет единица, а здесь будет единица. Значит, вот такой вот интеграл, если не писать здесь f, разумеется, деленный на p, это единица. И поэтому разность между f от x и fn от x можете написать очень просто. Можно вот здесь вот вместо f от x плюс y написать разность f от x плюс y минус f от x. На левой доске написана формула. Fn от x минус f от x, ну, там я сразу написал, умножил на y и разделил на y, да? А все остальное, собственно, как положено. Теперь давайте думать, к чему мы здесь собираемся применять лемму. R – это 2n плюс 1 пополам. В качестве функции фи пойдет вот все то выражение. F от x плюс y минус f от x разделить на y, умножить на y, делить на 2 синус y пополам. Зачем так оно странно написано? Да потому что функция y разделить на 2 синус y пополам совершенно не страшная. При стремлении y к нулю она стремится к единице. В остальных точках, там где синус у нас не равен нулю, вообще все замечательно. Так что, понимаете, у нас единственная проблема с тем, интегрируема или не интегрируема вот эта функция f от x плюс y минус f от x разделить на y. Таким образом, если мы с вами берем такую функцию f, что вот интеграл на некотором отрезке от минус эпсилон до эпсилон f от x плюс y минус f от x делить на y до y, лучше по модулю, чтобы нам интересно именно по Лебегу, а интегрируемость по Лебегу – это интегрируемость модуля. Да? Так вот, если такой интеграл существует, то все прекрасно. Тут просто все замечательно. Заметьте, пожалуйста, у нас неприятность единственная – это вот там, где y почти 0, да? Потому что в остальных точках все замечательно. У нас в остальных точках здесь нет никакого деления на ноль. Вот. Собственно говоря, это более-менее и есть условия, которые мы хотели получить. Правда, пока оно немножко так криво сформулировано. Все-таки, как бы нам понятнее сказать, вот, то есть, может быть, даже чуть-чуть потерять общность,
но четко, чтобы легко это было применять на практике. Как же нам понятнее сказать, что вот существует этот интеграл f от x по модулю, разумеется. Когда интегрируешь по Лебегу, то условия существования там не важно, от функции или от модуля берем интеграл. Если в точке x функция f непрерывна и имеет конечную производную, то тогда все замечательно. Тогда мы сможем вот это вот f от x плюс y минус f от x записать с некоторой точностью как производная умножить на y сократится, все будет замечательно. Если у функции f есть точки разрыва, смотрите, вот представьте себе, что в некоторой точке x есть предел слева, есть предел справа. И при этом у нас есть в этих точках левое и правое производные. Тогда тоже все будет замечательно. Если у функции есть пределы слева и пределы справа, которые мы обозначим f от x плюс 0 и f от x минус 0, то, ну так, условно просто обозначение, и если вон те интегралы, интеграл от f от x плюс y минус f от x плюс 0 разделить на y dy и, соответственно, другой сходятся, существуют, то в таком случае имеет смысл вместо f от x подставить полусумму этих самых левых и правых пределов, и у нас все будет замечательно. Мы получили замечательную теорему. Давайте я ее сформулирую. Если у нас есть функция с периодом 2π, непрерывная во всех точках, кроме конечного числа, и во всех точках, имеющие левую и правую производные, ну, то есть каждый раз мы берем соответствующий там левый или правый предел и естественным образом пытаемся вычислить производные, то ряд Фурье сходится во всех точках, его сумма стремится к f от x в точках, где функция непрерывна, и к полусумме пределов слева и справа в точках разрыва. Такая вот замечательная теорема Дирихле. И очень важно понимать, что все-таки для совсем любой функции ряд Фурье может и не сходиться. Одна из великих работ, он тогда был совсем молодой, Андрей Николаевич Колмогоров, одна из его великих работ – это построение суммируемой функции, ряд Фурье, который всюду расходится. То есть вот так считать, что он всегда сходится, совершенно невозможно. Можно даже так сделать, что вообще во всех точках ряд Фурье будет расходиться. Но для тех функций, которые нам нужны, как видите, все замечательно. Если только конечное число точек разрыва, и вот в каждой из них есть левая и правая производная, то в точках непрерывности ряд Фурье стремится к значению функции, а в точках, где разрыв, к полусумме левого и правого предела. Что мы теперь делаем? Да, очень просто. Мы выписываем несколько функций, ну, например, модуль x, или знак x, или функция x, определенная на отрезке от минус π до π, внутри, на интервале это x, а там, где x равно π или минус π, пусть это будет, например, 0. Или x квадрат, но также, да, определенная в точках π и минус π, x куб. Вот давайте хотя бы эти функции рассмотрим. Каждый раз мы получим очень красивое, неожиданное тождество.
То есть вот до этого места все-таки было немножко скучновато, выписывали какие-то формулы, а сейчас будут красивые, замечательные, замечательные совершенно тождества. Напомню, с чего все это началось. С того, что вот у нас были такие функции, косинусы, синусы, константа. И мы уже сейчас должны вычислить несколько конкретных рядов Фурье. Перед тем, как это сделать, обратите, пожалуйста, внимание. Можно было в некотором смысле понятнее все рассказывать, но понятнее для тех, кто не боится e в степени inx. Ведь посмотрите, вот здесь вот у нас как бы отдельно косинус, отдельно синус, отдельно константа. А можно было рассмотреть вот такие экспоненты. E в степени inx, это косинус nx, то есть e синус nx. Легко проверить, что, и заметьте, там нужно будет один раз посчитать интеграл, что если вы умножаете, ну, правда, тут важно, что на что умножать, в каком смысле брать интеграл. Когда у нас вещественное, надо в квадрат возводить. А когда комплексное, то роль скалярного произведения выполняет не интеграл f от x, g от x, dx, взятый по нашему адресу, а вот такой. Надо одну из функций брать спряженную, то есть вместо числа а плюс b и писать а минус b. Тогда как раз, когда вы берете функцию и умножаете ее на f от x с чертой, вы получаете интеграл от квадрата модуля. А это вам как раз и нужно. Вот вообще-то это было бы чуть быстрее, а главное, что формулы не записывались бы разными способами. Но тут нужна привычка к комплексным числам. По сути, это то же самое. Вот давайте все-таки мы все будем считать через синусы и косинусы. Я думаю, для большинства людей так привычнее. Какие же функции мы с вами рассмотрим? Ну, давайте так. Знак. Это что такое? Единица, если x больше нуля. Минус единица, если меньше нуля, 0, если x равно нулю, или если x равно пи или минус пи. Еще модуль x, просто x, x квадрат, x куб. Ну, надеюсь, что у меня хватит терпения и на x четвертый, и на x пятый, но боюсь обещать, вот на это терпение точно хватит. Первый пример. Функция равная единице, если x больше нуля и меньше π, минус единице, если x больше, чем минус π и меньше нуля, и 0 в остальных случаях. Тот самый сигнум, знак числа x. Сразу получаем знаменитый ряд Лейбница. Π разделить на 4, это 1 минус 1 треть, плюс 1 пятая, минус 1 седьмая и так далее. Смотрите, почему. У нас есть формулы для вычисления h и b. Когда мы пишем АК, то мы получаем интеграл от нечетной функции, то есть 0. Кстати, это всегда будет очень важно, когда вы нечетную функцию разлагаете, то только по синусам. Когда четную функцию, то наоборот не будет косинусов и константы. Замечательно. Вычисляем теперь БК. 2 битых интеграл от 0 до π синус kx dx. Почему 2 битых? Потому что у нас, конечно, интеграл был от минус π до π, но поскольку мы там умножали на минус 1, а функция синус нечетная, проще интегрировать от 0 до π и просто вместо 1 биты написать 2 биты. Ну, мы знаем, как считать интеграл от синуса. Если взять функцию минус косинус kx и продифференцировать, то будет как раз k умножить на синус kx. Значит, k пишем в знаменатель и вычисляем. Ну, смотрите, если число k четное, то у нас получается 0. Если число k получается нечетное, то 4 разделить на πk. Если число k нечетное, то 4 разделить на πk.
И вот он, ряд Фурье для сигнума x. Это 4 битых умножить на синус x плюс синус 3x делить на 3 плюс синус 5x делить на 5 плюс и так далее. Обратите, пожалуйста, внимание. Если верить в равенство Парсеваля, строго говоря, мы его еще не доказали, но докажем. Так вот, если в него верить, то сразу... Ой, да, я забыл, как же ряд Веннис получается. Надо просто вместо x подставить пи пополам. Тогда смотрите, что здесь будет. Здесь будет те самые 1, минус 1, 1 и так далее. Здесь у нас будет единица, и все получится. Да, так вот, как же равенство Парсеваля будет звучать? Смотрите, интеграл от сигнума это просто-напросто 2π, потому что отрезок у нас длиной 2π. Замечательно. И мы получаем такое равенство. Здесь 2π, здесь π умножить. Ну, поэтому на самом деле можно написать так, можно написать так, что 2 равно. Так, чему же оно у нас равно? Значит, все h-ки это нули. Сумма квадратов наших замечательных b-шек. Это что такое? Это сумма, взятая по всем нечетным натуральным числам. K это 1, 3, 5 и так далее, и так далее. Здесь стоит 16, здесь k в квадрате, π в квадрате. То есть, если на π в квадрате умножить и на 16 разделить, то мы получим равенство. π в квадрате разделить на 8, это есть сумма единицы разделить на 2n минус 1 в квадрате, где n – это любое натуральное число, суммируем по всем натуральным числам. Это известное равенство. Заметьте, мы его доказали, ну, если верите, равенство Парсеваля. А ряд Леннинс мы уже совсем доказали по-настоящему. Первый пример разобрали. Теперь берем функцию x. Она тоже нечетная, поэтому коэффициенты a... Ну, x в том смысле, что если x равно π или минус π, то это будет 0. Поехали. На этот раз БКТ это есть 2 битых интеграл от 0 до пи x синус kx dx. Ну, понятно, что такого типа интегралы всегда положено вычислять, как говорится, по частям. Давайте я напомню формулу. Если у нас есть интеграл от а до b, f от x, dg от x, то это можно записать так. F от x, g от x, взятое в пределах, значит, это f от b, g от b, минус f от a, g от a. Минус интеграл от a до b, g от x, d, f от x. Почему это так? Так называемая формула Ньютона-Лейбница для вот какого замечательного обстоятельства. Если вы перенесете этот интеграл, то фактически у вас там будет написано g от x, f' от x плюс f от x, g' от x. А это производное произведение. Ну, замечательно. Значит, я сейчас, чтобы у меня все получилось, должен написать так. Интеграл от 0 до пи x. Ну, собственно, примерно так там написали. D косинус kx разделить на минус k. Роль f выполняет x. Роль g выполняет вот это вот. Ну, минус k мы туда, конечно, отправим. И получается...
получается минус 2 разделить на КПИ. И здесь у нас так, х косинус kx в пределах от 0 до пи минус интеграл. Так, тут я все время забываюсь. Так, минус интеграл. Так, минус k я уже написал. Косинус kx dx. Хорошо. Интеграл взятый от нуля до пи. Вообще-то интеграл от косинуса мы считать умеем. Это просто-напросто синус. А синус в точках 0 и пи равен нулю. Поэтому вот это вот второе слагаемое нам совершенно неинтересно. А то, что там читается, неинтересно. А интересно вот это. Минус 2 разделить на КПи. Здесь стоит пи. Умножить на минус 1 в степени k, потому что косинус k π это минус 1 в степени k. Минус 0. Минус 0, потому что если x равно 0, то здесь получается 0. Так замечательно. Замечательно, ребят. У нас пи сократилось. И в результате для Бекатова мы получили очень понятное выражение. 2 катых умножить на минус 1 в k плюс 1 степени. Так, давайте уже пишем, что же такое функция x. Если k равно 1, то коэффициент равен просто-напросто 2. Так, давайте вообще 2 вынесем. Здесь будет тогда синус х, потом пойдет минус синус 2х пополам, плюс синус 3х разделить на 3, минус синус 4х разделить на 4, плюс и так далее. Заметьте, тоже очень симпатичный, понятный. Хорошо. Давайте опять подставим в качестве x пи пополам. Да, господа, я представляю все время самые простые значения. Надеюсь, все понимают, что если формула верна для любого x, то вообще-то можно, например, сюда подставить значение пи разделить на 4. Тогда тоже вполне замечательно получилось бы. То есть, если мы умеем считать синусы, то имеет смысл подставлять такие значения, и получаются интересные. Так вот, если подставить их пополам, то что у нас тогда будет? Четные станут нулями, а здесь будет 1 минус 1 треть. Слушайте, так мы опять получили ряд лестниц. Опять получили ряд лестниц. Если вы запишете равенство Парсеваля, то на этот раз, ну смотрите, что такое интеграл от x квадрат? Интеграл от x квадрат от 0 до пи, это понятно, что такое. Это пи в кубе разделить на 3. У нас, правда, интеграл от минус π до π, поэтому это будет 2 трети π в кубе. Давайте уже напишем. 2 трети π в кубе. Так, теперь берем от каждой из этих функций. Ну, двойку запишите.
квадрат. А здесь, смотрите, что будет. Интеграл от синус квадрата, это, как известно, π. Ну и вообще, интеграл от всех этих квадратов, это у нас все время будет π. Тоже давайте я вынесу сюда сколько π. А тут будет 1 плюс 1 четвертая, плюс 1 девятая, плюс 1 шестнадцатая и так далее. Господа, смотрите, что мы можем делать. Напи сократить и четверку в знаменатель. 2 двенадцатых – это 1 шестая. Пи в квадрате разделить на 6 – это сумма обратных квадратов. Это равенство мы уже другим способом доказывали, но согласитесь, что ряды Фурье дают удивительно естественный способ доказательства. Мы берем не самые сложные функции, разлагаем в ряд Фурье. Кстати, мы взяли всего лишь две функции – сигму и функцию x. И уже получили и ряд Лейбница, и сумму квадратов обратных нечетных чисел, и сумму просто обратных квадратов всех натуральных чисел. Совершенно запросто. И разумеется, вместо x можно подставлять какие-то более хитрые значения, и будут вам более хитрые функции. Хорошо. Двинемся дальше. Давайте возьмем функцию x квадрат. Следующая функция x квадрат. Ну, как положено, если x по модулю не больше, чем π, то это x квадрат, а дальше она периодически продолжается с периодом 2π. Функция четная, поэтому все коэффициенты при синусах – это нули, все бокатые нули. А нулевое вычислить очень легко. Это 1 питая интеграла от минус π до π x квадрат dx. То есть это 2 третьих π в кубе. Правда, интересно, почему я написал π в кубе. Забыл сократить на π. Все-таки надо было не забыть надо сократить. И поэтому это будет 2 третьих π в квадрате. Хорошо. Теперь что такое акат? Если k больше нуля. Это 2 пятых, ну, нечетно, поэтому можно рассматривать только половинку, да, от нуля до пятых. 2 пятых интеграл x квадрат косинус kx dx. Надо написать dx, не забывайте себя. Замечательно. А это что такое? Косинус – это d синус kx разделить на k. Интегрируем по частям. Здесь вот k запишем, вынесем, 2 разделить на k pi, x квадрат, синус kx. Ну, господа, если вы вместо x подставляете 0 или pi, то это будет 0. Поэтому на самом деле нам сейчас интересно только вот это, только вычитательное. И смотрите, мы только что эту задачу решали. Вот здесь вот был интеграл x синус kx. И когда мы его брали с коэффициентом 2 питых, то получаем вот такой ответ. Ну, замечательно. Так давайте сейчас так и запишем. Значит, как бы его взять с коэффициентом 2 питых? Значит, нужно вот эту двойку все-таки написать отдельно, 2 питых взять отсюда, и у нас получится такая штука. 2 катых, взятые с минусом, да, 2 катых взятые с минусом, а дальше у нас пойдет 2 питых вот этого интеграла, то есть вот это число. Ну, замечательно. Но здесь минус 1 в k плюс 1, поэтому можно этот минусик убрать, а написать там минус 1 в k, да, и еще 2 катых. Замечательно. 2 k надо взять в квадрате и умножить на минус 1 в степени k. Что же это будет такое? X квадрат. Это оказывается 2 π в квадрате разделить на 3. Потом k равно единице, значит, идет с минусом. С минусом.
Так, давайте только вот что сделаем. Я сразу вот эту вот четверку 2 в квадрате вынесу, а там уже буду писать косинус x разделить на единицу минус косинус 2x разделить на 4 плюс косинус 3x разделить на 3 в квадрате минус косинус 4x разделить на 16 и так далее, и так далее, и так далее. Интересно, можем ли мы какое-нибудь понятное x подставить? Ну вот давайте подставим вместо x число пи. Тогда в скобке у нас будет просто сумма обратных квадратов. Здесь будет пи в квадрате. Пи в квадрате минус 2 трети пи в квадрате. Это пи в квадрате разделить на 3. Так, и получился у меня 2 раза неправильный ответ. А, я знаю почему. Я знаю почему. Потому что а нулевое надо было делить пополам. Помните? Все, конечно, везде одинаково, только вот а нулевое пополам. И вот, когда я пишу так, уже из пи квадрат, мы вычислим пи в квадрате разделить на 3, будет 2 трети. Будет 2 трети. Подставим вместо x пи, будет здесь со знаком минус просто-напросто сумма обратных квадратов. Здесь тоже будет со знаком минус. 2 трети разделить на 4, это как раз 1 шестая. Господа, молодцы. Мы разложили функцию x квадрат в ряд Фурье. Что ж, я обещал дойти до x куб. Давайте это сделаем. Все h-ки будут нули. И просто в формулу, когда мы разлагали функцию x, надо вместо x написать x куб. Собственно, первый шаг уже фактически здесь сделан. Давайте продолжать. Минус 2 разделить на пи к. Что у нас здесь будет? X куб. Косинус kx в пределах от π до 0 минус интеграл от 0 до π, 3 интеграла, потому что от x куб производная будет 3x квадрат. Здесь у нас с вами будет косинус kx умножить на x квадрат и dx. Хорошо. Обратите внимание, видно, что в этой науке какие-то должны быть вот не просто так все ответы разные, а какие-то должны быть конкурентные соотношения. Потому что, смотрите, вот мы вычисляем dx куба, а видно, что у нас возник тот самый интеграл, который мы уже считали. Ну, хорошо. Тем не менее, давайте пойдем. Значит, как у нас здесь? Когда вместо x подставляешь 0, получается 0. Когда вместо x подставляешь π, получается π в кубе умножить на минус 1 в каждой степени. Давайте это запишем. Минус 2 разделить на πk. Здесь π в кубе умножить на минус 1 в каждой степени. Хорошо. Минус 3 вот таких интеграла. Вообще-то мы уже считали такой вот интеграл с коэффициентом 2 битых. У нас получался равным вот такой величине. Значит, без коэффициента 2 битых нужно просто-напросто вот это умножить на π и разделить на 2. Пишем.
k квадратных. И еще минус единица в степени k. Собственно, у нас все и получается. Если выпишем естественным образом все формулы, то получается разложение функции x куб в ряд Фурье. И если мы вспомним, что при подстановке вместо x пи пополам у нас вот это вот превращается в ряд Лейбница, синус x, помните, вот сюда если вместо x подставить пи пополам, то здесь будет 1, здесь будет 0, здесь будет минус 1 треть, 0, плюс 1 пятая и так далее. Так что вот это вот будет пи разделить на 4. Ну, когда сюда подставим, то будет знак переменной суммы кубов нечетных чисел. И таким образом получается вот такой замечательный результат. Пи в кубе разделить на 32. Между прочим, если вы возьмете здесь х в пятой и проведете аналогичные вычисления, они будут чуть-чуть длиннее, но, в общем, не намного. То, когда здесь вот тройки везде замените на пятерки, получится 5 пи в пятой разделить на 32 и на 48. 5 пи в пятой разделить на произведение чисел 32 и 48. Обязательно сделайте это упражнение. И еще я советую, разложите x в четвертой и таким образом найдите сумму кратных четвертых степеней натуральных чисел. Это тоже несложно. Вот, пожалуй, вот такие два упражнения здесь стоит сделать, чтобы убедиться, что вы все это поняли. А нам пора переходить к теореме.